Приветствую вас, Анатолий. Вы знаете, первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Чего вы хотите от психологов? Потому что, ну, написали вы довольно много обстоятельно, какие-то вещи из вашего сообщения, безусловно, ясны. Вот, правда, написали вы свой вопрос утром в 9 часов по московскому времени, сейчас уже практически 11 вечера на момент записи этого ответа, то есть прошли практически опять же сутки. Вот, ну не сутки, конечно, но целый день почти прошел. Вот, и, собственно, от вас никакой реакции, вы не выбрали лучший ответ, вы не дали никакой обратной связи. Чего вы хотите? От психологов конкретно. Какой ваш запрос? В чем был запрос? Потому что, ну, пока что не ясно, чего вы хотите, если честно. Что вы хотите в себе поменять, да? Что я увидел? Опираясь вот на ваше, значит, ну, сообщение. Во-первых, я увидел, с одной стороны, много контроля, да, тут, ну, об этом вы сами говорите, что вы склонны все контролировать, вы говорите о том, что сами не знаете, зачем вам это нужно, вот, но как-то этот момент вы... Ну, вскользь упоминаете как-то. То есть вот как-то этот момент вы такое ощущение, да, что не хотите заострять, ну, внимание на этом. Хотя момент это очень важный. Очень важно как раз таки то, чтобы вы обратили внимание на свою склонность контролировать все. Ну, или если не все, то ну, много в своей жизни. Вот. Это первое. Значит, с чем связано? С чем связан контроль? Контроль, в первую очередь, связан с тревожностью. В первую очередь, контроль связан с недоверием себе. То есть, ну, вы себе не доверяете сами. А контроль связан с тревожностью, если я это уже сказал, извините, и с проблемами личных границ. Вот. То есть, как бы, ну, проблематика личных границ имеет место быть. Вот. Это, соответственно, то, с чем вам нужно работать, да, например. Отсюда вытекает следующий момент.
на мой взгляд, вполне логичный момент, связанный с тем, что вы не умеете полагаться на себя. Связанные с тем, что вы не можете полагаться на себя, вы не можете опереться на себя, на свои чувства. У вас это не получается сделать. Вы не доверяете себе. Вы хотите поступить правильно. Из-за того, что чувства, ваши чувства, вовремя не выражаются, своевременно не выражаются, из-за того, что ваши чувства в реальном времени не отреагируются, вот, они выражаются в другом формате. Они выражаются в другом формате, они выражаются немножко по-другому, они выражаются, например, как-то вот спонтанно, да, они выражаются спонтанно. Они выражаются, кто вот, не совсем так, как вам хочется, да. То есть имеется в виду, что происходят ситуации, когда вам хочется что-то одно выразить, а на самом деле там получается, грубо говоря, совсем другое, да? Вот такой тоже достаточно получается неприятный момент в этой ситуации для вас. Неприятный. То есть это проблематика вот такая. То есть проблема здесь вот как раз в том и заключается, что есть некоторые сложности с выражением своих чувств, возможно, из-за того, что вы пытаетесь какие-то вещи или большинство вещей контролировать, да? Вот. А вместе с тем имеет место быть достаточно негативное влияние сценария, потому что у вас в семье папа злоупотреблял алкоголем, и, соответственно, это наложило, не могло не наложить отпечаток на вас, вот, в плане того, что вы можете быть травмированы. Вот, вы можете быть травмированы этим, вы можете как-то вот не совсем адекватно иметь модели поведения, вот. Из-за этого вы можете не совсем иметь корректную модель поведения. Вот.
Ну, в общем, как бы там то, что нужно корректировать, да? Это то, что на что нужно обратить, ну, внимание вам. Вот. То есть, какие выводы, например, вы, ну, можете сделать, допустим, из своих взаимоотношений с родителями, да, из своих взаимоотношений с отцом и так далее. То есть, опять же, это вот постоянные угрозы, а это в любом случае проблематика личных границ, потому что при наличии в семье зависимого партнера, вот, к сожалению, ваш отец, он зависимый, да, нарушается всякие личные границы, возникает проблематика, как раз таки, отделения себя от меня, да, то есть, как бы, вот, где я, где ты, это не дифференцируется, к сожалению. Ну, вот, это все вы вполне, могли как-то вот перенять, от своей семьи, да, от своих, ну, родителей, в частности, может быть. Вот, и, соответственно, это может и, скорее всего, негативно на вас влияет вот до сих пор. Ну, это, в принципе, вполне логично, да, в принципе, вполне нормально. Вот, то есть, в этом, я бы не сказал, да, что в этом есть что-то такое ненормальное, я бы не сказал, что в этом есть что-то такое аномальное, вот. Ну, на мой взгляд, это абсолютно нормальная история. Ну, вот, и тут, конечно, нужно просто признавать некоторые ваши сложности и работать с ними, да, то есть, как бы, ну, не заниматься каким-то отрицанием, да, не заниматься каким-то вот избеганием, может быть, проблемы, а именно вот смотреть в сторону конкретного решения проблемы. Вот. Это значит то, что касается вот проблематики. Собственно, вас это мотивирует на то, чтобы от молодого человека хотеть некой такой определенности, вот, которую вам молодой человек дать либо не может, либо не хочет, что, в принципе, не особо важно, вот. Ага, и, соответственно, повышена вами тревога. Плюс некоторая такая угодливость, некоторое такое желание брать ответственность на себя лично, спасать, как правильно сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. И как следствие, это восприятие вас, вот, окружающими людьми, да, ну, достаточно, да, достаточно негативно. Вот, к сожалению. Дальше. Значит, вы выбираете мужчину. Мужчину, который живет, ну, скажем так, несколько более свободно, чем вы.
так вот я бы выразился, да? То есть мужчина несколько свободно действует, чем вы, мужчина более склонен там, своим желаниям как-то вот верить, доверять, да, мужчина больше склонен как-то своим ну, своим потребностям следовать, вот, в отличие от вас, к большому сожалению, потому что вам этому, может быть, стоило бы этому поучиться у него. Вот вам, может быть, стоило бы краски посмотреть на то, как человек удовлетворяет свои потребности, да, то есть смотреть на то, как, ну, мужчина, значит, действует в своих интересах, да, и, соответственно, ну, как человек следует тому, что ему важно. Как человек исследует то, что ему важно, да, да? Вот. То есть это вот такой достаточно важный момент. Вот. Выбирать мужчину ненадежного, которого нужно спасать, на мой взгляд, через спасение вы пытаетесь как-то вот добиться чего-то, то есть через спасение вы пытаетесь, ну, получить для себя какое-то вот одобрение, получить для себя какой-то вот, ну, залог, да, надежности, вот, залог успешности, может быть, вот, хотя на самом деле это делается не через ухаживание и так далее. Вот, ну и то, как самоотверженно вы берётесь помогать, да, опять же, с явным нарушением здесь вами личных границ, ну, это тоже как бы демонстрирует, это тоже указывает на то, что вот, значит, как бы, ну, трудность имеет место быть. Так. Вы пытаетесь через угождение, да, завоевать вот, ну, людей, да, завоевать их расположение и так далее. Так, по крайней мере, мне показалось. Но опять же, это все связано, по-видимому, с тем, что не самым лучшим образом вы относитесь к себе. Да, мягко говоря. Вот. Соответственно, молодой человек это чувствует и считает, что может вами, ну, как-то вот пренебречь, да? Вот. Это на что нужно обратить внимание вам. Значит, дальше. Важность отношений для вас. Вот именно то, что вам важны отношения. Не сколько сам человек, сколько отношений. То, что вы боитесь потерять человека. То есть вы боитесь потерять его, боитесь, ну, потерять отношения. Вот. Это, на мой взгляд, также нуждается в корректировке, потому что здесь она... вот на первое место выступает не столько
сам человек, сколько отношения с ним, а это не есть хорошо, вот, ну, с точки зрения какого-то вот корректного, ну, с точки зрения формирования корректной позиции в отношениях. Вот. Поэтому тут вот совершенно как бы очевидно, да, совершенно очевидно, что нужно снизить значимость человека для вас. Вот. То есть, ну, чтобы менее значим он был для вас, я имею в виду, вот, ну, мужчина, чтобы менее значим был для вас. Вот. Ага, и благодаря такому подходу вы сможете вести себя более ценно. Сейчас вы себя обесцениваете. А дальше, обвинение. Ну, здесь, в принципе, моя коллега Марина Голикова все достаточно подробно сказала, да, что это вот, любое обвинение — это прикладывание ответственности, но момент в том, что вы берете эту ответственность, момент в том, что вы считаете, что вы должны, вы считаете, что вы обязаны, вы сидите, ну, там, на самом деле считаете себя виноватым, в этом, наверное, заключается основная беда, основная проблема. Вот, то есть, если бы вы не считали себя виноватым, ну, ситуация могла бы, в принципе, разрешиться каким-то таким, ну, более легким способом, да, более легким образом. Вот. Сейчас, когда вы чувствуете себя виноватым, когда вы, ну, образно говоря, раскаиваетесь за свои действия, хотя по факту там ничего плохого вы не сделали, да, объективно, ну, это, конечно, вот, что называется, гораздо сложнее взять, потому что, простите, если вы сами себя считаете виноваты, если вы сами там кто-то оправдывает, то, ну, почему бы вас не обвинить другим людям, да, вот. Значит, ну, такая вот история. То есть, по сути, все сводится к тому, что в отношениях с мужчиной, в том числе и его родные, вас не ценят. Вот, в отношениях с мужчиной, в том числе его родные, вас не любят. А в отношениях с мужчиной, в том числе и родные, вас не уважают. И вы не уважаете себя сами. Знаете, какая вот проблематика. А вот, собственно, то, на что вам надо бы обратить свое внимание. С точки зрения психологии. Вот. И на страхе обратиться обязательно. Обязательно обратить свое внимание на свои страхи, потому что это, ну, это то, что не дает вам, значит, чувствовать себя естественно, то, что не дает вам быть собой, да, не дает вам, не позволяет вам, да, чувствовать себя естественно, вот, и, соответственно, мешает адекватному проявлению себя в отношениях. Вот. То есть, как бы, ну,
проблематика, по-моему, здесь ясна. Достаточно полно. Обратите внимание на то, как вы спрашиваете у молодого человека на постоянной основе, как быть с той идеей, что сами как быть вы не знаете, вероятно, сами как быть вы не понимаете, и думаю, вам сложно. Вот. Это корректируется. Вот. Так вот, чтобы вы, ну, вы более, скажем так, на себя ориентировали. Это корректируется, это можно все-таки скорректировать, но главное ваше желание, да, потому что, вот, опять же, запросы, а я не увидел на то, у вас. Вот. Так, ну и давайте, наверное, еще под конец, так, я не знаю, как быть. Так, я уверен, если за свое отношение нам сохранить не удастся. Ну, понимаете, отношения вам действительно не удастся, если вы будете ориентироваться только на них, на отношения. В этом случае, да, вам не удастся их сохранить, к сожалению, это правда. Но если вы будете ориентироваться все-таки на то общее, что есть между вами, а оно, безусловно, есть. Вот тогда ситуация будет гораздо лучше для вас. Вот. Такой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым наилучшим образом.